Боже мой, какие прекрасные творения. Они дают не только шерсть, а еще дают сало, яйца и... О, и это ихний сынок пошел. Это прекрасное создание, миролюбивые, достойное уважения. Если вы мне не верите, мы сейчас у них спросим: гуль-гуль-гуль-гуль-гуль, ой-гуль-гуль-гуль. Нет, это не он, это я. А он там еще ихний двоюродный брат. Тип-тип-тип-тип. Гуль-гуль-гуль-гуль. Гуль, читай, покажи лицо. Придется зум включать снова. Ну, надеюсь, теперь видно. Руки у меня не дрожат. Я просто стою на навозной куче. А навозная куча очень большая. Ну, скажем так, она такая же большая, как бюджет, который выделяют на ремонт наших дорог славных Украины. Это опять гусь. Гусь, дай лапу. Гусь-шипун. Красная головка. По всей видимости, тот, который ярко выраженный, это самец. Самцы, как правило, имеют яркую окраску. Ну, а теперь мы опять наблюдаем то, что происходит в нашей стране. Закваска для огурцов. Огурцы, чтобы получились вкусные, их надо замачивать. Ну, сами знаете, в чем замачивать, для чего замачивать. Это бурячок. Бурячок – это красная свекла. Опять возвращаемся к нашим баранам. В нашей стране баранов так много, что порой даже не понимаешь, кого ты снимаешь. Кого-то из вышестоящего руководства или просто наблюдаем интересную ситуацию. Спасибо за внимание. Сегодня было 1 апреля. Все, что было сказано, это была шутка.